Медиалига продолжается, и это вторая часть. Мы уже сыграли 28 каток. Первые 14 я вам уже показал в первой части, и сейчас вы увидите следующие 14. Напомню, что Винлайн и Метакорп решили собраться и сделать событие, где на одном турнире сыграют 8 команд со стримерами, селебами и проигроками. Все составы этого турнира у вас на экране. 4 команды, которые пройдут в плей-офф, сыграют на лане со зрителями, а призовой фонд составляет 10 миллионов рублей. Небольшая просьба, если вам заходит такой контент, то не забудьте поставить лайк. Ну что ж, полетели смотреть первую игру. Напомню, мы играем BO2 против 8 команд по 2 раза. Наши коронные карты — это Overpass и Inferno. Сейчас играем против Басада. Мы допикались до Inferno и Даста. На данный момент мы играем со счетом 14 побед и 2 поражения. Да, мы в топе, но в этом ролике мы будем в говне. Шок, подожди. Тебе нужно тут спрятаться, Шок. Да, шорт берешь. Ну, на писте, как на пистолет. Бежу, бегут, они уже на миду. Шансово. Очень жестко, кул выходит. Только перестрелять здесь, антика. Мол, закрывает, делает свои минусы, и нужно сразу моментально отходить. Надеюсь, Б должен прийти один. А, уже на миду один. Бойлер один. Шорт, бойлер и мидл. Мидл выжил. Ай, НТ. Тройка. Ковры вышел. Отопил. Лучше. Все, мидл. Еще. Молодцы. Да. Это 8-5. Надо гробы просто сейчас посмотреть. Спокойно роли поставить здесь. Хорошая флешка, врыв. За первым где-то, за первым стоит. Да, я вижу. За первым стоит. Тройкой за первым, тройка. Где? За вторым. Но лучше. Играй быстрее на плюсовой двери. Блять, нахуй я поменял. Басада берут последний раунд, 9-6. Ставлю под фонтан. Нормально. Пустите прямо сейчас. 1x3, сложно будет, конечно. Первого забирать, второго забирать, неужели третьего еще и копнет? Нет! Кто ласт? Блять. Жри, он пикает меня. Лучше. Посмотрите. Он блокит. Хедшот. Молодцы. Ковры. Гранату оттуда кинули. Молодцы, ребят. Ты чемпион, my friend. Убили. Шорт один, шорт. Убил одного. Вышел шорт, найс. У нас Дося, нет инфы. КТ. Найс. Лучше. Нихуя не вижу, блядь. Так я нихуя не вижу, что я сделаю, блядь. Хорошо. Хорош. Красава. Хедшот от куража просто на раше. Жестко. Б ставлю. Второй КТ. Красавчик. Акул. Но тут, мол, просто разбирает. Одного, второго, третьего, десятого. Я думаю, тиль должен сейчас случиться. Вот реально. Еще Б двери. Двери без армора он. Найс. Молодцы. Нет прочтения, дорогие друзья. Нет прочтения. И это 6-й раунд для Басада. Да. Ребят, можно их просто вот напряжу, 2 раунда вот так выебать их? Просто да? Да. Хорошо. Здесь хп. Мид бежит по шарту. И там же. Авик. Акула еще перезарядка с АВП. 5 патронов. 5 патронов. Квент может ждать. Хорош. Ну нахуй. Очень серьезный противник. Команда ПАФ. Второй фаворит турнира. Мы пикнули ровно те же карты. Нюк и Инферно. Напомню, в прошлый раз мы проиграли Нюк. Нет, мы наиграем. Хорошо. Мейн. Будка есть. Хевен. Тетрис и вверх. Ну, блядь. Гнули и Тендерли вырубило всю команду на пистолетке. Вот это первый раунд для ПАФ. Мейн. Один мейн. Молодцы. Красава. Лучший. Дверь. Убил дверь. Хорош. Рампы. 2 рампы ласт. Еще ласт. Не пикай. Слева. Ласт слева. Слева. Блять. Чувствую. А Ункер-то не знает, где он. А Ункер, кстати, не знает, где и пачка, собственно говоря. Есть ли она у как раз таки оппоненты. Что? Как дела, блядь? Балуйтесь!
Там осталось просто добрать, но в итоге кураж. Лучше. Подо мной. Трое. Антики, у которой 22 хита. Но... Они в линейку встали все! Господи, какая ошибка! Где они вообще сейчас? Непонятно. Они это он. Убил бы. Хорош. Пробуйте. Стоит на сайте, прямо на сайте. Убили его. Ну, не успеет. Успеешь. Хорош. Ликс. АОП. Бери. Как он нахуй так? Смотри, кстати, пойдет к нему в руки. А это Пачка. 36! А это дальше. А это 37. А еще один будет? Ну тут уже кураж. Ну. Надо улицу отпасть. Убил. Тут Рампу убили. Пошел. Это пунктом стоит. Нет! Хорош! Лучший! Ну все, это легенда пусть убил. Хорошо. Хорошая была. Ну что, мы показали, да? Мы чисто камбэк показываем. Вот что наиграли за эту неделю, да? Нет. Уходи, шок. Справа стоит. Я же говорю, справа. Бегут. Твои. Один. Каленый фандер. Лучше. Хорош, Бакс. На нычке. На баксе слева. Убить. Блять. Нормально. Я не потушил, уёбан. А сидят, показал. Справа, один. Он же справа, один. Справа, да. Он, блядь, типа и моликом не могут неплохо, попасть, неплохо. Там молик. Сзади, миду. Да пошел нахуй. Он сейв, убегай. Уходи. Молодцы. Да, без шансов. Не мобильный девайс, от слова вообще. Нужно, кстати, проверить за дальним. Ой, какой не вовремя пик от... Блядь! Зато бомбу поставил, фантом убил. Ебать! Походу двое. Два! У нас Сеня, один на Сене. Сена. Убил. Молодцы. Лучше. Еще. Найс, убили его, хорош. Это последний раунд половины, ему нечего сейвить. Молодцы. Мол, забирает фандера. Лучше. Стой. Блядь. Можешь пробовать, шок. НТ, блядь. Банан здесь будет справа. Вот какой пиздец. Разбудился, да? Два лонг. Еще авик лонг. Флешку залазит вверхом. Найс, забирает. АОП. Как раз таки Тендерли, а второго пытается. Ликса наказали! А Ункер просто наказывает Ликса, но ничего страшного, Фандер не щадит и противника, в итоге фарпач в соло. Подожди. Они тебя резали. Да пошел нахуй, блять. Да. Ну мы что-то хуёво очень сыграли, Инферно, прям очень. Ребята из компании JushDrop уже не просто сайт, приложение, автобус. Они в Рио катались на таком автобусе и радовали болельщиков. Но еще и рукав. Я всю медиалигу играл именно с этим рукавом и реально кайфую. Спасибо, ребятам. Ну а сейчас я вам покажу их сайт. Это сайт по открытию кейсов, где вы можете просто за каждый рубль депозита крутить кейсов, как, не знаю, как на Letyshops. Тут кэшбэк на кэшбэке. Закидываем депозит, к примеру, через визу 1000 рублей. Но если вы введете промокод RIO11, вы получаете плюс 11%. То есть 1110 рублей. Второй бонус. Это Wild Event. За каждый депозит рубля вы получаете поинт. За каждый поинт вы можете стрелять в мишени. К примеру, давайте купим пульку за 200 поинтов. И давайте стрелим сюда. Я получил 250 рублей сейчас просто с ничего. Это деньги, которые просто упали кэшбэком за мой депозит. Давайте что-то из новенького. Магический кейс за 2200 рублей. Давайте прокрутим магический кейс. Я думаю, раз 5 можно это сделать. Нам падает... Впервые такое упало. Мне упали просто деньги, чел. О! Вот это я понимаю, вот это уже хорошо. Ссылка на JushDrop и промокод есть в описании этого ролика. Мы идем дальше. Игра против АФК. Одна из самых сложных и переломных игр. Ребята серьезно усилились, убрав 55 на 55 и добавив хакерка. Парень очень хорошо настреливает, и нам было реально сложно. Играли мы Инферно и Оверпас. Гоу, залетай. За первым. И тройка. Блядь, ебать. Они там все что ли были? Ворвались. Здесь шок. Да, Эрик забирает последним. Со всех сторон.
Красавчик. И плент. Надо выпрыгивать. Надо убивать. Сука. Нажал его. 1500. Дополнительно. Вкусно. Вкусно. На балку. Убил его. Наиграем. Да ты тюрьма. Плент и тюрьма. Убил зад. Плент. Смогу! Найс! Один одинешенек. Вокруг него только враги, тот и вражины забирают. Фул контроль, фул контроль. Да. 20. Жить. Мид. Дай башню, больше. Блять. Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. Да тройка один. Лучше, Макс. Вот тебе и фраг. Мне сейчас жопа сгорит. Мало того, это 4 игрока на апленте. Они угадывают точку. И Антика вместе с Шокой вешают одного, второго. На стейс не справляется вообще никак. Они все в огне. Снейлкик 1x2 против двух пистолетов. Макс жмет. Макс нажимает. Молодец. Хорош. Пизда. Двое лонг. Сколько дальше? Один. 9, аккуратно. Убил 9. Это можно здесь, да. Тут ты шанс. Кураж, две пули. Пистолет перебил. Красиво зашли. Просто умный. Он все равно максимум, что он здесь делает. Один килл. Ну, два килла. Ну, нет. Ничего не сделает здесь. Очень хороший раунд для Five Stones. Еще один. Еще двое. Двое вроде. Хэдшот, хэдшот. Туалет, туалет. Двое. Похуй, это ж. Блять. О, сзади пришел, блядь. Вкусно, сладко, безошибочно. И это, гайс. Чуть-чуть зафейлили. Это пятый, да, яко. Чисто отыграли. Мне молотом прилетел, но я могу выйти. Блять, красава! Лучший просто! Графики, графики, КТ, КТ! Видел на воде? Понятно, где он был? Зик с шифтом. Первый Снейл, второй за ним Вита. Ты пошли в Зик, пошли в Зик! Чё, банан? Идите, идите, бегите, бегите так. Хорошо. Ты, Никиточка! Хороший! Ёбаный в рот! Всё, пусть, ребят. Ой, господи. Вот так вот. Лучший. Хорошо. Он без брони. Еще. Двое там. Сейчас не подал. Я на банане. Блять, через лонг заходит. Сейчас нас ожидают козлы. Если в прошлый раз нам было с ними легко, то ребята снова усилились и пригласили сурового на авик. Если что, мы часто с ним играли в выпусках Дороги к 3000 Элла. Он и тогда хорошо показывал себя, но здесь он просто гений. Он настолько хорошо играет на лиге, что делая по 50 киллов без допов, его начали подозревать в читах. И все максимально ждут его игры на лане. Мы играем против козлов на Ancient и Inferno. Ну тут на миде схватка. Тим воюет, Дима ваншот забирает Антику, минус варпач, Дима ваншота следом. Уже есть 2 минуса, 4 минуса совокупно от Голдса, и остается лишь только Шок. Ну да. Я оставил ее. Должны... Хорош. Нормально, хорош. Мы можем форсить. Убил его. Хорош. Там есть, да? Блять. Убил его. Держи варпач слева просто. Жду. Там. Жду. Мне его сейчас в ухо заберут. Хорош. Лучше. Ой, блядь, хорош. Просто выходишь, а у Краши какой же хороший угол, какой же просто контроль пачки. Ласт был КТ вроде. Да, КТ налево пошел. В темпл зашел. Хорош. Найстрай, молодец. Начинаются. И ваншот в упоре, ну моментально ловит из авика, все, суровый просочился. Ой, а тут, кстати, встреча, здрасте, привет. Там двое, два светлые. Два в четыре пока что. Два в три. Ну вы чё, 5-2? Как они это делают? Эрик, смотри. Эрик. Не
Мейн, мейн один. Убил его. Сейчас будет игра. Вдвоем, вдвоем пуша. Важно было кикать. Ну там мало хп был. Второй, второй, второй! Две гараж! Эрик, надо бы дефузить, блядь. Блядь, ну сука. Ебать, как они так пикают, ну? Уже на один гараж. Да, у нас Б свободно. Аккуратно, Б будет, пацаны, не идти, не идти ждать. Да, просто встаньте, где вы. На! Чуть экономить не хватило, блядь. Под стену, под стену, под стену, под стену, под стену! Убил. Малый ворвал, убили. Еще один смокой. Убил. Шоки, ча. Ну и все, Тима добирают. Первый раунд за 5 столов. КТ! КТ. Сюда, возьми бомбу, забери бомбу. Блин, глубже. Да. Вот так нахуй. Ты что, вытащился? Пен. Блядь. Мы не можем никакие зоны контролить, мы ничего не контролим. Они ебать в наглую нахуй пушат просто. Дай бомбу. Драться или что ты делаешь? Блин, не дал свой килл, все, суровый 1-3, его просто буха забирает, мол. Хорош. Найс, хорош. Убил. Один секунд. Убил. Ебать, он пикнул. Ебать, как? Ого. Молодой платон проверяет, получает по себе хедшот. А второй все, также. Суровый, подожди, он может, не может, потому что кураж слишком хорош, квадрикил. Иду летят. Да, он доходит. Да. Не умирать. Лучше, знаешь. Что, минут? Отойду. Что? Что там? Блядь. Тут моментальная Тима. Сейчас у нас каточка против Fixers, которые уже вылетели с турнира. Они не стали пытаться кому-то испортить успехи на лиге и состав выставили слабенький, чтобы просто по фану поиграть. Возможно, именно их такой выбор дал нам возможность восстановиться после двух проигрышей подряд. Мы сыграли Ancient и Nuke. Плент ставит. Надо пушить. Убил. Найс, хорош. Хорош. Вода минус. Убил авик. Эрик выходит. Шок близко очень. Они выходят? Еще, да. Еще, еще. Два, два. Яма и один кейв. Ставит. Хорошо, ну, авик. Кейф справа, походу, варпач. Нет, на светлый, светлый. Молодцы. Найс, хорош. Найс, хорош. Молодцы. Бомбой. А он ставит? Налево. Не, он не ставил. Он нычки, о, да, найс. Хорош. Убил Б. Слева. Ух, он full флэш, он максимальный флэш. Красава, Моути время нашивает третьего подряд, просто шинковывает. Четвертого, дайте эйс. Это шашлык. Эйс. О, нет, это шаверма, сори. Эйсуля. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы покажем вам, как занимать за сайт. Понимаю. Вот эта встреча. Ты понимаешь, что он пробежал весь сайт, блядь, до штанов? Его вообще никто не убил. И Варпач ему просто 10 патронов в тушу дал, блядь. Да, я смотрю. Пьё, у нас чай пьёт. Что-то за минус очень сыграл. Реально лучше этот... Кирилл, давай его лучше засовем. Его ебану. Направо, налево сейчас. Как сейф? 28 секунд. Ладно, не сейф, да. Кураж все это время стоял, ждал на мейне. Мейн. Не берется. Это поле. Если бы у него был калаш, ага. Я бы поверил. Убили его. Там уходит. Двое. Соло раунд отыграл, считай. Антика свечерку безумно идет, но узум не залетает. Первым хорошо, второго. Эх, второму сейчас, если тоже залетало бы, то можно было попытаться цепануться как-то за этот раунд, но. Рампа ОП. Убил сайт. Вент будет. Будка. Молодец. Хорош! Налево ушел просто. На их приспе, чел. Ладно.
Самая важная игра для двух составов. Диг Бикс в шаге от вылета турнира, если они не возьмут ни одной карты против нас. А в случае, если мы не возьмем ни одной карты, нам пришлось бы выигрывать карту у очень сильных АФК. В общем, максимально принципиальная игра. Нам оставалась всего одна победа на карте, чтобы пройти в плей-офф. Мы выбрали Overpass и Ancient. Ты где были? Молодец, мол. Хорош, nice, хорош. Хорош. Ну, с трех сторон тут вообще без шансов. Без шансов опять 14 хп. И спокойно здесь. Возьми Кольт, этот... Зари, Кольт. Давай. Молодцы. Хорош. Далпы. Игра первая. У трака все убил. Хорошо, хорош. Блица быстрый. Но... Вот, антика. Антика, да, игры, да, игры такие. Вот, такие моменты она очень любит. Лонгист, лонгист. Ебать, флешка. Бумочка, наоборот, ладно, давай. Да. Макс, я скинула на КТ смог тебе. Хорош. Там еще и... Без пул... А нет, подождите, очень поздняя зашла на самом деле, но Бумыч уже минус 2 там выцепил. На траке. Дефает, дефает, дефает! Надо убить. Он дефает, дефает. А чё ты? Бля, ну я не могу... Так я не могу его убить с этой хуйни, сори. Двое тут. Халпа. 14 для камней. Да, я не понимаю. Да. Я ошибся. Плент убил, вода, вода! Вода, убил девятку. Один-два. Найс! Хорош, бля! Работаем, команда! Два КТ, тачка! Тачка! Один! Вот он находит пачку, но мол пытается простреливать, мол поблизости, поблизости, нож, 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 мол! Молодец, найс! Выиграл! Красава! Все, блядь. Можно больше не играть? Страшная игра. Специальная комната. Смоку, смоку! Комната может. Не-не-не, ласт КТ, ласт КТ. Ласт КТ. Три или четыре побежали на нас. Братан. Да нет, Моу прекращает это все. Наконец-таки там поблизости рекрент, Моу и по нему по итогу выстреливает. Нихера себе у него чуйка. И бублик. Спина и бублик. Ай-яй-яй. Молодец. Молодец. Уйди. Уебать! Два бублик, два бублик. Он будет дефит, скорее всего, потому что знает молик. Да. Тебя режут, нахуй. Право Боря. Еще один хэнджи дал. Два патрола. НТ. Кейп там, кейп 3. Все, ласт где-то... Ласт снайпер. Кейп. 30 хп. Найс. Хорош! Да блять! Момент. Ой-ой-ой. А тут можно было увидеть, кстати, рекрента, а без этого справиться. Если он сидел, варпач его на нож бы посадил. Побегай. Слева должен быть. За избок самовик. Все-таки второго не услышал. Марсель! За плентом, за плентом, за плентом. НТ. Молодец. Хорош. Нет, есть, да. Барьеры. Где Бумача? Ноускоп. Вышел. Убил его. Убил, убил, убил. Убили, убили. Авик, авик. Тактически пустая, да? Такого тут минус 5 надо делать. Тоже умирает. 19-19. Блядь, бомба. А. Поток. Кураж. Минус первый, минус второй. Минус и третий. Что мы любим? Допы! На эту девятку и Бумыч опять. Но Бумыч в этот раз его здесь контролит уже, да. Хочу банан пожать дальше. Да. Банан. Вот тут! Хорош! Минус один от Бумыча. Минус два от Бумыча! Блять.
хороша. И перестреливает, да, ну хорошо, 13 хп. И с хаешки, скорее всего, умирать будет. А тут даже прострелом Бумыч красиво закрывает. Я первый раз на бусте решила поиграть за все 40 раундов. Да, мы в плей-офф. И это было на самом деле не так просто. Вначале было легко, будем честны. Но когда составы усилились, стало намного сложнее. У нас осталась 7-я игра, и она, по сути, ничего не решала, потому что против нас играли Афака, которые уже в плей-оффе. И мы решили сделать ничью и сыграть шоу-матч на Анубисе. В целом, там нечего было особо показывать. Мы убивали, изучали карту, убивали друг друга. В общем, ничего интересного. Поэтому на этой ноте я заканчиваю и советую подписаться на канал и ожидать новый ролик, который выйдет уже с плей-оффа. А сейчас я тебе предлагаю посмотреть ролик про то, насколько Steam Deck шикарная штука. На ней можно играть даже в CS. Я записал про это отдельный ролик, поэтому приятного тебе просмотра.